Так, надо бы поехать к Кортезу. Так, ну все, я приехал к Кортезу. Ну привет, привет, так вот. Должен сделать одно задание. Какое? Ну, ты должен приехать к одному курьеру, который сейчас в одном месте, а именно, ну, возле футбольного стадиона сейчас. Если он попытается убежать, то ты за ним. Хорошо. Так, ща найду этого курьера. Так, тут два моцика стоят. О, привет. Привет. Это ты, Томми? Да. Ну, ясно, я хотел тебе кое-что дать. О, боже, это они! Где? Ха, дурак купился. Черт. А ну, стоять! Ну все, до свидания. О, черт, тупик! Теперь ты уже никуда не уйдешь. Так как? Уйду? Нет. Сейчас разберу. Так, ну все. С него выпал чип. Ну все, отвезу Кортезу потом уже. Так, ну все, я приехал. Ага, тут какая-то покрытая тачка. Ну ладно. Видимо, кто-то еще утром покрыл ее. Хотя тут ее не было. Наверное, к утру раскроет. Этот чучок, я не знаю, кто он. Ну ладно. Я, наверное, никогда не узнаю, что это за тачка. Но благо у меня уже есть мозг. Ну ладно, ложусь спать.